Легкая, вкусная и полезная закуска прекрасно подойдет для праздничного стола, для легкого фуршета или посиделок на свежем воздухе. Рассказываю, как приготовить закуску из сыра и томатов. Можно сделать закуску из любых видов томатов, а сыр выбирайте мягкий, например, моцареллу. Можете нарезать и выложить томаты с сыром по отдельным тарелкам или сделать вот такую простую и вкусную закуску. Подавайте блюдо сразу после приготовления. 1. Вымойте помидор, нарежьте его ломтиками. 2. Моцареллу нарежьте ломтиками такой же толщины, как и помидор. 3. Выложите поочередно ломтик помидора, сыр и пару листочков базилика, и так до окончания продуктов. 4. Полейте оливковым маслом, бальзамическим уксусом, посолите и поперчите. Подавайте сразу же.